Сегодня, 13 февраля, я проснулся 2020 года. Я проснулся со строчкой, еще не раскрывая глаза. О славе все мечтали русские поэты. Ну, разумеется, первое, что я сделал, дописал все дальше. Итак, обзор русской поэзии. О славе все мечтали русские поэты. Нам начала импровизация на фортепиано. Сейчас открою дверь, сейчас. О славе все мечтали русские поэты. О, весь я не умру, и Пушкин написал. И размышлял о тех, что будут дальше следом, и вспомнят его, и грандиозное, что он создал. Пушкин велик не только легким слогом, не только ироничные рифмы иногда. Поэзию он презирал немного, но острый ум его вселенной тайны доставал всегда.
все бросились ругать царя, задумчиво следя за корсиканцем, надеялись на что-то зря, а царь разбил Наполеона, братцы, взывал к спокойствию поэт. Не стоит солнце торопить, сама взойдет заря. Насильно нельзя улучшить государство, он формулу общественного развития всем подарил. И Пушкин больше, чем поэт, он царь ваш. Но да, поэзия была источником его всех сил. Но да. Шотландец Лермонтов следом шагал с израненной душой и шел к своей в стихах победе, играя искренностью, как кинжалом, хорошо. Блок в серебре Серебряного века поэзии, который Гумилев соткал. Но с золотой головой был человек, он золотую нить поэзии держал. Есенин обройную нить им поднял, и зашумели все леса и долы. И крик его алмазами за ним во тьме блистал, даря России снова синь небес и светлые просторы. Но на 2 года раньше начал Маяковский. Не из Шотландии, с Кавказа он. Он свысока смотрел на все холмы московские, и тоже нить в руках его блестела, словно сон. Как продолжение Золотого века поэзии российской, свободной, словно солнце луч. Опять с Кавказа обогатилась библиотека с гитарой Акуджава, хотя Вертинский не менее могуч. Из Киева Вертинский появился к вам. Его в Китае ребенком слушал, пластинку хрупкую, и там он пробудил к поэзии щемящей мое почти младенческую душу. Напевы древнего поэта Бодзуи еще я подхватил в глуши Китая. И я в Москву поехал, презирая все официальное, предпочитая мысли дикие свои. Как Пушкин Лермонтов соединил я слово с линией, штрихом, как Леонардо, что виртуозом был на лютне и рисовал картины, и изобретал тайком воздушные подводные приборы, я следовал невольно его кухне. Концерты для фортепиано сочинял, и непонятная слегка картина, реальность чисто внешняя там видна. Но о движениях небесных тел незримо рассуждал. Thank you.